Всем привет, дорогие друзья и цавы, мы продолжаем с вами играть в маленькое метро. И сегодня мы с вами отправляемся в Чикаго. В Чикаге мы будем планировать знаменитую чикагскую наземную рельсовую сеть Эль. Ну, конечно, естественно, так она выглядеть не будет, потому что зарандомится там опять какого-то говна на лопате, полная версия без регистрации и СМС. Да что там, поехали. Задача у нас будет следующая. Нам надо будет набрать хотя бы ачивку за 1000 пассажиров. Пока не наберем, будем играть до бесконечности. Короче говоря, вот так. Нажимаем мы играть. Играть мы, да, в режиме, где проиграть можно. Тут еще есть всякие креативные, хреневные, короче, все на свете. Но в них мы не играем. Значит, это у нас река, да? Да, это у нас река. Замечательно, превосходно, великолепно. Так, ну да. Зачем я так сделал? А вот это, кстати говоря, можно и подключить, я не знаю. Потом еще переделаем. Так, давай сделаем тебя побыстрее чуть-чуть. И сделаем тебя пока чуточку побыстрее. Пока все хорошо. Это ненадолго. Так, здесь у нас квадратик, треугольничек. Квадратик у нас один только там, за бугром. Короче, в этот квадратик надо будет еще перемещаться. И еще один кружочек. Кружочек этот нам вообще не впился никуда. А куда нам логичнее было бы сделать кружочек? Вообще логичнее было бы как-то так, конечно, с ним поступить. Еще один кружочек. Ладно, давай мы тебя выкинем сюда куда-нибудь. Треугольничек. Так, треугольничек по-хорошему должен быть где-то между кружочками. Так, еще один локомотив, вагон, либо линия. Давай вагон возьмем. Так, оранжевая линия у нас становится все больше и больше, но пока вроде ничего так. Так, еще один кружочек. Еще один кружочек давай тогда возьмем для красной линии, например. Так, кружочек возьмем для линии красной. Еще один треугольничек. Треугольничек, блин, тут проблема. Тут как-то вот так вот желательно бы сделать, чтобы сначала он там кружочки собирал, потом треугольнички, иначе это будет переполняться как не в себя. Еще один кружочек. Ну, сюда прям смело можно упускать еще один локомотив. Так, вот сюда все хотят на квадратике, к которому только у тебя есть доступ. Так, значит, давай, значит, переполнится сейчас, и мы сдохнем. Так, тогда хотя бы опять сраный кружочек, как ты задолбал-то. Теперь все захотят еще ехать вот сюда, вот за этой пипкой. Особенно вот отсюда. Недели три. Так, давайте нам локомотив, переход, либо вагон. Вагон хочу. Хочу вагон. Может быть, мы этот локомотив сразу запихнем сюда и сразу к нему вагон присобачим. Так, в принципе, на самом деле без разницы, к какому мы присобачим. Так, вот сюда нам нужен будет еще один локомотив. Тогда мы сейчас подождем, пока он проедет. Потому что вот этот круг мы, наверное... Опять же, по вот этой красной витке запихнем. Так, еще один квадрат. А вот еще один квадрат, конечно, по-хорошему бы нам бы сюда запихнуть. Только у нас нет моста. Ну, тогда придется отсюда. Блин, нет, даже не так. То есть у нас все квадраты, получается, на красной ветке. Значит, красную ветку сильно не надо раздувать, иначе потом не вывезем. Треугольник еще. Ну, блин, я хотел не раздувать красную ветку, а вариантов у меня немного. Опять кружочек. Кружочек задолбал просто. Так, ну мне не надо столько кружочков. Если у меня будет столько кружочков на одной ветке, я потом не раздуплю их. Так, давай мы тогда из кружочка протянем до треугольничка. А потом куда? Потом до еще одного кружочка. Чтобы у нас здесь была переходная точка. Ну давай, ладно, допустим так. Пусть у нас здесь будет переходная точка для красного, для красной ветки. А, блин, они сюда хотят.
Да, они еще будут хотеть сюда. Давай мы тогда тебя через вот эту пропихнем. Значит, у нас будет вот такая штука и вот такая. Локомотив либо переход. В смысле, вагон либо переход. Я думаю, что вот так. Так, тогда сюда запихиваем, которого тут нет. Еще один кружочек. Кружочки с этой стороны, честно говоря, уже притомили. Ну ладно, вариантов у нас нету. Придется сделать так. Здесь будет у нас некий переход. Так, и еще один кружочек. Ладно, давайте мы эти кружочки будем тогда вот так запихивать. Так, что у нас еще есть? Вагончик. Вагончик можем куда-нибудь присобачить. Судя по всему, вагончик придется присобачить к красной ветке. Да, вагончик присобачим к красной ветке, потому что иначе красная ветка ни хрена не справится. Ей надо отвозить 22 квадратика. Так, еще и вот такую штуку надо будет отвозить. Так, квадратики она отвезла сразу. На дальнего ей ехать, в принципе, не надо, поэтому и так хорошо. Так, треугольничек она у нас забрала. Здесь у нас ездит по желтой ветке товарищ, который скоро переполнится. Явно переполнится скоро товарищ. И красная ветка у нас получила еще одну хитрожопую форму. Сейчас все у нас поедут на красную ветку эту хитрожопую форму в нее скидывать. Ее придется вести уже до самого конца. Чую проблему я здесь. Ладно, подождем немножко. Да, все, желтое уже переполняется. Желтое уже переполняется. Эти кружочки нам надо будет куда-то забирать без вариантов. И здесь их особо никуда не заберешь. Да, потому что здесь все хотят треугольнички-квадратики. Так, слушайте, вот это вот надо убирать отсюда. Это надо отсюда убирать, иначе никак не справимся. Желтый вообще не вытянет этого никогда в жизни. Так, что у нас с красным? Здесь у нас с красными квадратами проблемы, естественно. Так, все, желтая пошла в жопу. Так, ладно, если с квадратами у нас еще все более-менее ничего. Так, еще один локомотив и вагон. Вот как раз этот локомотив и вагон у нас сейчас будет запихнут вот сюда. Так, давай-ка забирай отсюда, потому что здесь очень много всякой хрени. И, наверное, часть из этого нам придется возить вот сюда. Вот в эту хитрую форму. Если красный еще более-менее справляется, то у желтого проблемы. Так, давай здесь выгружай всю вот эту хрень. Нам нужна станция. Здесь прям узловая станция нужна. Угу, так, здесь он выгружает. Кружочек назад загружает. Короче говоря, поехал. Так, у нас появился еще треугольничек здесь и треугольничек здесь. Блин, красная слишком развивается. Может, нам оранжевую запихнуть треугольник? А здесь есть треугольник. Он и на красной объективно есть. Короче, красная у нас слишком большая. Но туда бы, конечно, локомотив. И у нас еще на красной появился единственный на всей карте ромбик. Вот это жопа. Только нам, блин, ромбика не хватало здесь. Все, тут понеслась моча по трубам. Ромбик, и еще здесь, короче говоря, у нас кружочек образовался. Так, здесь куча всего. Так, здесь куча всего, и по всей видимости вот этот желтый нам придется перевести на красную ветку, потому что иначе мы сейчас... Мы сейчас отъедем. Так, я что-то не то нажал, да? Так, а где у нас желтый на красной ветке? Я не понял. Так, где желтый на красной ветке, который туда перевел? Он здесь, что ли, в этом? Ну, тогда не успеет, скорее всего. Так, забирайте отсюда еще не... Ну, и квадраты. Квадрат он отсюда забрать не может. А, я перекинул вагон. Блин, я перекинул вагон, а не поезд. Эй, дурачок-то, а? Слушай. Нам надо перекинуть вот так и один из вагонов подцепить к нему. Так, если успеем, конечно.
Потому что квадраты отсюда никто по-другому не забил. Мотать там квадратов. Он отсюда еще хреновую кучу квадратов забрал. Так, а здесь... А, блин, я хотел сказать, что здесь теперь локомотив, что ли, нет? Треугольники, ну, только если он... 500 этих, 500 человек мы перевезли. Так, еще один локомотив, еще один вагон. Так, ну вот, допустим, этот локомотив мы прям сразу ставим вот сюда. Только так, да, перевернись ты, твою мать. Ага, мы сразу ставим тебя сюда и сразу подцепляем к тебе еще один вагон. Так, давай сразу забирай. Забирай, давай, говорю. Угу, забрал, но у нас теперь проблема с желтым. Это-то он забрал. Ну, у нас теперь, во-первых, вот здесь проблема. Во-вторых, вот там проблема на красном. И в-третьих, на желтом огромная проблема. Так, оранжевый, ну, допустим, мы перекинем сюда. Целиком. Но здесь уже пошла проблема с круглыми. Так, пошла проблема с круглыми. Этот круглый мы, в принципе, можем решить проблему, если перекинем вот это сюда. Но тогда у нас проблема будет вот здесь, которую мы уже таким образом не решим. Так, кругляши мы отсюда забираем, но вот это вот никуда не девается. Да, потому что он просто проезжает мимо. Ой, блин, так. Вот эту вот линию мы можем загнуть сюда. Здесь еще какой-то хитроумный этот образовался. Так. Давай с вами. Ее никто не хочет решать, эту проблему. С красным у нас здесь проблема вроде как закончилась. Еще один круг у нас появился здесь. Так, давай мы перекидываем тогда вот этот поезд сюда. И пробуем, чтобы он отсюда что-то забрал. Он отсюда что-то забрал. И эту станцию мы разгрузили. Но зато у меня теперь остаются вот эти станции, которые ни хрена не разгружены. Так. Значит, вот эту штуку мы не можем, да? Как тебя поймать? Блин, ты хрен поймаешь еще. Значит, вот этот вот поездочек. Так, как тебя перекинуть в другом направлении? Так, давай вот так вот тебя перекинем. Что-то какой-то прям у меня тут микроменеджмент попер. Так, перекинулся, да? С желтым опять проблемы, ему не хватает каких-то плюсиков-хренюсиков. Так, плюсиков-хренюсиков ему не хватает. Ну, тогда придется через эти плюсики-хренюсики, видимо, проходить, судя по всему. Так, что с оранжевым? Давай мы оранжевый еще задублируем дальше вот сюда, эту ветку. Так, что у нас где? Значит, у нас мы в говне вот здесь, мы в говне вот здесь, и мы в говне вот здесь. Мы везде в говне. Так, если по-хорошему. Только если вот этот вот оранжевый сейчас немножечко здесь распихается. Так, это оранжевое немножечко здесь распихалось. Но у нас, во-первых, появилось вот... Блин, у нас появился хрен знает где, который только оранжевый сейчас перекроет. Во-вторых, у нас появилась вот здесь огромная проблема, которую я даже не знаю, чем решить. То есть мне туда надо что-то запихнуть. Что-то. Иначе мы не успеваем. Так, мы должны туда загрузить кругляши. Так. Ну, давай мы разгрузим здесь кругляши. Ну, вот эти, которые там должны быть. Так, вот эту вторую штуку, которая вот здесь, мы перенесем сейчас вот сюда. И попробуем таким образом спасти ситуацию. Но у нас пошло вот здесь вот жопа теперь. Да, жопа там пошла вообще конкретная. Так, жопа пошла конкретно. Если здесь мы решили, тут еще какая-то тыква образовалась. И так все плохо, еще и тыква. Так. Вот этот паровоз перемещается сюда. Иначе мы ничего не успеваем. Насчет вот этого паровоза, на самом деле, я тоже не уверен. Так, ладно, давай смотреть. Этот первый, который у нас сдохнет. Так, локомотив и вагон. Локомотив еще один сюда можно поставить? Можно. И еще один вагон мы сюда устанавливаем. Так, ладно, я просто хочу попробовать решить проблему с 1000 пассажиров. Хотя бы 1000 нам надо перевезти.
Ладно, мы не говорим о чем-то слишком выдающемся, но косарь пассажиров нам перевести надо. Так, давай, забирай отсюда всякую лишнюю шушеру. Так, сверху пошла теперь. Теперь пошел геморрой сверху. Значит, этот у нас забрался, и типа мы его весь разместили. Так. Не-не-не-не, так, не трогаем это. Это не трогаем. Паровозик. Так, один поедет сюда, у нас паровозик. Второй паровозик, где он, кстати говоря? Вон он. Может быть, он там что-нибудь сейчас немножко подразгрузит? Так, ну-ка давай, паровозик, тащи свою попу сюда. А ему, чтобы притащить свою попу сюда... Так, где-то паровозик. Паровозик, дай мы тебя схватим. Не хватит. Не хватается паровозик. Вот теперь хватается. Так, твоя задача развернуться наоборот. Как тебя развернуть? Как-то тебя же можно развернуть. О, вот так. Так, и едь отсюда назад, забирай отсюда всякую хрень. Значит, у нас еще вот там вот катастрофа. Так, я хочу, чтобы сначала вы хотя бы вот отсюда забрали. Так, это вот так вот, потому что желтый просто не справится. Она на самом деле здесь, скорее всего, не справится. Справится. А я сварик разгрузил, и хорош. Здесь два круга. Теперь не справляется оранжевый. Там, собственно, нет ничего удивительного, потому что оранжевый у нас тоже где-то прибывает хрен пойми где. Так, перекидываем туда паровозик. На оранжевую. Здесь у нас, естественно, ни хрена не справляется теперь внизу. Так, желтую закруглим вот сюда. Так, она так и не будет справляться, потому что всем нужен квадрат, которые едут в другом направлении. Не справляется вот там. Блин, мне осталось все 50 человек перевести. Осталось перевести все 50 человек, но чувствую, я их не перевезу. Так, ну-ка стоять, надо на паузу поставить быстренько. Значит, ты, паровозик, это единственное, чем я могу тебя спасти, это вот таким вот образом. Значит, отсюда все хотят на кружочки и на эти. Значит, это мы останавливать не имеем права. А какое мы имеем право останавливать? В принципе, здесь получается никакого. Так, ну, только если вот этот паровоз сейчас заберет. Давай, паровоз, забирай отсюда всякую срань. У тебя, в принципе, емкость есть для того, чтобы это сделать. Так, здесь поехал таймер. Ой, 1000 человек набрались, хорошо. Хоть 1000 человек набрали. И то хлеб. Так, ты, значит, что там вы хотите-то сделать? Давай вот сюда. Зашибись! Вот это, конечно... Здесь опять все тикает. И мы опять должны... То есть он пока, когда сюда перемещается, он, получается, теряет всех пассажиров, которые у него были. Нам, в общем, да, это, строго говоря, насрать совершенно, что он их теряет. Главное, чтобы они не переполнились. Так, вагон, еще один. Еще один вагон. Еще один локомотив сюда уже не встанет. Еще один вагон, в принципе, встанет. То есть, если мы прицепим куда-нибудь вот сюда. Так, еще один локомотив надо будет поставить тогда вот сюда куда-то. Так, забирайте, разбирайте вот это все. Так, здесь все разобрали. Здесь ни хрена не разобрали, но может быть сейчас он отсюда что-то заберет. Так, у нас теперь огромная узловая точка вот здесь вот появилась, но она вроде как разгрузилась. Хорошо. Зашиби. Еще только круга мне здесь не хватало. Так, отсюда заберешь что-нибудь? Так, это он подразгрузил. Вот этот он сейчас, скорее всего, только больше загрузит. Да, он его только больше загрузил, и нам придется разорвать всю эту фигню, потому что у нас нет другого выхода. Нам, понятное дело, все это надо перевести, но выхода у нас никакого. Так, мы должны еще запустить вот отсюда куда-то. Иначе мы это количество пассажиров здесь просто тупо... Так, сейчас, погоди. Не сюда, не сюда тебя. Блин, я пошутил. Ну ладно. Шутка, короче, не удалась. Так, еще вот туда нам надо запихнуть товарища. Одного. Так, здесь мы разгрузили.
нас получается не разгружено сверху. И, видимо, уже не будет, судя по всему. И не разгружено вот там. То есть максимум, что мы можем сделать, это перекинуть поезд вот сюда. И если он успеет туда телепортироваться, он чуть разгрузит. Здесь тоже все в говне, здесь в говне, везде все в говне. Так, сюда мы можем перетащить. И тебя мы, наверное, тоже обязаны перетащить куда-то вот сюда, иначе будет жопа. Но жопа все равно будет. Я думаю, что телепортироваться он туда не успеет. Да, не успеет он туда телепортироваться. Не, ну, в принципе, ладно. 1200 человек мы с вами перевезли до того, как все это пошло в жопу. Пишите, какие у вас будут результаты на данной карте. Ну, а мы продолжим в следующей серии. Спасибо за просмотр. Если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленись что-нибудь написать и что-нибудь поставить. Это бесплатно и поможет каналу расти дальше. Уведомления о новых видео ты сможешь получить, только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках.